На конкурс дети читают стихи Арасланов Глеб 6 лет. Стихотворение Михаила Яснова «Кисуня и Крысуня». Безоблачно утро в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, да лапу лизала. А мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня: «Ах, что за манера! Ну кто ж так зевает без меры? Пора вам запомнить, пора вам понять, что лапу надо свой рот прикрывать. К тому же, какая привычка дурная облизывать лапы покоя, не знаю, пора вам запомнить, пора вам понять, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же, ужасная поза, не так ли? Ни гордость не дорогая, ни капли. Пора вам запомнить, пора вам понять, на улице надо красиво лежать». Безоблачно утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала.